Школа – второй дом, а учитель – наставник и друг. Педагоги, люди благородной профессии, отмечают свой профессиональный праздник. День учителя проходит в Щелковской школе номер 17. Трудно переоценить роль учителя в жизни человека, в воспитании личности. Их труд, ежедневная самоотдача, быть педагогом – это призвание. День учителя по праву один из главных профессиональных праздников в нашей стране. Так, в школе номер 17 собралась Щелковская педагогическая общественность и власти муниципалитета. Поздравил учителей с праздником глава округа Андрей Булгаков. Я хочу вас от всей души поздравить с Днем учителя, с профессиональным праздником. Этот год очень сложный. Хотел бы, чтобы у вас побольше было здоровья и чтобы вы друг друга все берегли. В городском округе работает более 1400 учителей. Всего же в системе образования трудятся свыше 3000 педагогов. От воспитателей детских садов до преподавателей кружков и секций. Кто-то только начинает свой путь, а кто-то отдал долгие годы этой благородной профессии. Светлана Демьяненко работает учителем математики уже 28 лет. Избранную когда-то профессию называет делом своей жизни. Служение, ну, как бы, может быть, это негромко звучало, своей родине, потому что, ну, учитель – это профессия, которая дает будущее. Учитель закладывает это будущее. Поэтому, ну, всех своих учеников не могу похвастаться, что прям помню всех-всех-всех поименно, но лицо учеников того или другого я встречаю во всех сферах деятельности. Ну, и горжусь, что они достигают определенных высот. В день учителя педагога отметили федеральным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения». Не остался без внимания труд всех собравшихся в зале учителей, воспитателей и работников дополнительного образования. Их награждали и поздравляли, чествовали и благодарили за ежедневный труд, любовь к делу жизни и, конечно, к ученикам и воспитанникам. Вы для нас самое главное в жизни нашей страны, в жизни каждого, каждой семьи. Вы учите наших детей. Учите не только читать, считать, но учите и дружбе, товариществу, учите любви к родине. Наверное, ни одна профессия не сравнится с профессией учителя, потому что вы все, учителя, вы не просто обладаете самым роскошным и самым значимым в жизни человека, это знаниями. Вы их умеете отдать. Каждый школьник, переступивший порог школы, это по крупицам сформированная частичка вашей щедрой души, бесконечной любви и неземного терпения. Как известно, лучшая награда для учителя – успех его учеников, любовь и желание учиться, узнавать, достигать. Учащиеся образовательных учреждений поздравили педагогов и выразили им признательность своим творчеством, яркими концертными номерами. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.